Несправедливость торжествует, что сказать. То есть вы не согласны? Вы будете обжаловать? Безусловно, конечно. Если раньше я, допустим, лично не думал, как может невиновный человек 9 месяцев сидеть в тюрьме. Ну, теперь на собственной скуре, скажем так, грубо сказал. Знаю, что это такое, к сожалению. Спасибо вам за объективность, за то, что всегда, скажем так, освещали все. Ну, одно могу сказать, наверное, вот это административная командная система, к великому сожалению, добралась и до правосудия. Вот это обидно. Спасибо, конечно, суду за то, что столько месяцев с нами работал. Спасибо за то, что рассмотрели все. Лишний раз я теперь сам убедился, что я не виновен в этом. И, конечно, очень обидно, что доводы, которые мы приводили, я считаю, они объективные, не были восприняты. А то, что административная команда, ну, дали команду 9 месяцев назад, посадили, придумали какую-то болезнь какую-то, якобы мы за рубеж хотим ехать, лечиться, но это же выдумка же, скажем так, это же абсолютно для меня новость была. Дали команду осудить, но осудили, ну что ж теперь делать? Ну все ошибаются, я считаю, все-таки здесь ошибка. Я думаю, все-таки разберется, мы все-таки в правовом государстве. Все-таки было выяснено, что причина же не в том, что столько граф заполнил там или не заполнил заказчик. Нет, его право заполнять 19 или 14, ну от этого что дом упал. Но это же не так. И самое главное, обидно не в этом даже, обидно в том, что те люди, которые действительно виновны, которых было известно еще до нашего закрытия в эту тюрьму, они отпущены, отдыхают, гуляют, и о них орган уголовного преследования даже не хочет говорить. Вот что поразительно, как это так, проектировщики, геологи, эксперты, строители в конечном итоге, все остались, скажем, в стороне, ну понятно, чиновников, это самое проще. Принцип, наверное, бей своих, скажем так. Это нехороший принцип, это несправедливость. Она всегда порождает, всегда нехорошая. Прекрасно все понимают. Я не считаю, больше чем уверен, я встречался, скажем так уж, в силу обстоятельств в тюрьме, с теми людьми, которые рассказали, что ждали до последнего момента, пока возьмет билет, уедет. Вот тут бы спросить, скажем так, почему такая предвзятость? Кто уедет? Ну, господин Малянов. Пока уехал, потом возбудили уголовное дело. Почему сразу? Скажите мне. Про него даже не вспоминают, в конце концов. Ведь все же беды оттуда. Он обманул и так далее, мы должны отвечать. Ну как это так? А ну, первые фундаменты первых домов же делал сад, фирма. Насчет этого что думаете? Ну что я скажу, это чистейшая воды, вот это организованная преступная группа. Мы это выяснили, спасибо, я еще раз повторяю, особую благодарность в этом отношении госпоже Игембердиевой суде, потому что она четко выяснила все это в ходе судебного следствия, что ведь вот это как раз и есть преступная организованная группа, вот начиная, скажем так, от проектировщиков и кончая. Вы же посмотрите, там же все одни родственники, там жена работает, там сын работает, и друг другу все покрывают и так далее. Как это так? Геологи делают. Они ни при чем. Ведь как раз вот там вот была заложена вот эта вот преступная, скажем, ее называют почему-то ошибкой. А у нас это все понимаем прекрасно. Ни на кого обид нет, потому что, ну, это работа, еще раз повторяю. Спасибо вам всем еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А тут вы